Я учился на первом, втором, третьем курсе, когда мы познакомились с Багуровым, который один из этих операторов, и он же не зря лауреат государственной премии получил. Он рассказывал, как он снимал в тот период. Уже сил не было, его вывезли дистрофиком по существу в 1942 году. Он клал камеру на саночки и с ними шел в центр. Снимал и так вот наснимал большое количество метров пленки для того, чтобы вот именно передать это, тех страшных годах блокады. Он не очень об этих событиях вспоминал. Вот. Я его запомнил таким, когда он же у нас был художественным руководителем. В Лике фильм, такая народная киностудия тогда была, я в ней занимался, когда учился на механическом факультете здесь. Вот. И он же сам тоже закончил этот институт в 26-м году, операторский факультет. И, ну каким? Во-первых, доброжелательный, очень, очень доброжелательный. С ним можно было говорить на любую тематику, на любую, без исключения. Я даже у него ночевал раз дома, и удивился огромное количество книг. Книг столько много, и по кино, и вообще. Не зря же он книжку написал, например, и так далее, и тому подобное. И с его первых занятий я вот наконец понял, что такое свет в операторской работе. Вот. Вот это вот.